Не только принять парад физкультурников и послушать Диму Билана. Министр спорта России Павел Колобков приехал в Ульяновск, чтобы решить рабочие вопросы. С этим он пожаловал на Олимпийский проспект, где идет строительство центра художественной гимнастики. Это объект действительно серьезный. Он предполагает, в принципе, наличие здесь уже и серьезной спортивной школы, серьезных тренерских кадров. Ну и, конечно, результат там будет. Это спортсмены высокой категории, которые в ближайшее время могут влиться уже в состав сборных команд как региона, так и сборной команды России. Пока на площадке видны только котлован и сваи, а демонстрационный зал, рассчитанный на проведение соревнований всероссийского уровня, два разминочных зала, два тренировочных, зал хореографии и медико-восстановительный центр еще даже не угадываются. Однако спортсменки, будущие хозяйки объекта, говорят, что ждут этот центр как никогда. Здесь будет и гостиница. Мы сможем привлекать с других регионов сборные команды, которые будут жить в этой же гостинице, которая здесь предусмотрена. Наши гимнастки смогут чему-то учиться, чему-то новому. То есть это будет большая школа. Со стройплощадки на совещании по проведению международного форума «Россия – спортивная держава». Эту встречу Павел Колобков назвал первым оргкомитетом будущего мероприятия, которое по поручению президента Владимира Путина пройдет в Ульяновской области в феврале 2018-го. Форум будет иметь порядковый номер 7, и Ульяновская область получила право на его проведение как награду за плодотворную работу в спортивной отрасли. Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды».